Но вы сожалеете все равно о своем поступке? Сознательно, да. Мы первый был начал. А вы принесли извинения? Я его просто еще пока не видел даже. Это действительно так. Последний раз человек за решеткой видел 18-летнего парня, про которого спрашивает журналистка, несколько дней назад в одном из цветочных магазинов Новосибирска. Вот он в черных очках на кадрах с камеры наблюдения. Здравствуйте. Ну, вроде вежливый пока, все хорошо, но на беду к цветочнице именно тогда пообедать пришел ее парень Евгений. Мужчина в очках его заметил и решил представиться. Вы с Василием молодым человеком? Да. Приятно познакомиться. Приятно. Ну так, если что, для людей, чисто вот так, которые едят, то любой не протягивают. Пошел, понял? Ну, кстати, вот тут я могу сказать, что молодой человек цветочницы повел себя как-то крайне неинтеллигентно. Ему протягивают руку со словами «приятно познакомиться», а он в ответ читает какую-то лекцию о том, что руку якобы нельзя протягивать человеку, который ест. Ну, в общем, как бы после этого и понеслось. Вначале была небольшая толкотня. Ты что? Дурак, слышишь? С тобой есть! Слышь! Ты слышишь? Дурак, слышишь, ты вышел? Я тебе сказал. Ты вышел! Ты че, орешь-то, ты че? А потом, к сожалению, был второй раунд. Парень цветочницы вооружился шваброй, а человек в темных очках вернулся с молотком. Я думаю, кто из них победил, и так очевидно. Иди, к счастью, он его не убил. Спасибо прохожим, которые с улицы увидели и вмешались. Да и цветочница не испугалась и тоже с собой прикрыла любимого. Ну и как итог, человек в темных очках будет дожидаться суда за решеткой. Под стражу сроком на 2 месяца до 17 октября 2024 года. Судебное заседание закрыто.